Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ժամանակավորապես Հայաստան տեղափոխվող Ռուսաստանի այն քաղաքացիները, որոնք չեն հասցրել նախապես առցանց ամրագրել հյուրանոցային համարներ կամ վարձով տրվող բնակարաններ, դժվարությամբ են կեցավայր գտնում։ Նյուզեմի հետ զրույցում Հոթելեյեմի ամրագրման բաժնի աշխատակիցը պատմեց, որ վերջին 10 օրյակում հյուրանոցային համարների ամրագրումները գրեթե ամբողջությամբ Ռուսաստանից են եղել։ Պահանջարկը ընդհանրապես շատ է, ռուսները շատ են Երևանում, թե հյուրանոցներում, թե վարձով բնակարանների շրջանում, որ փնտրում են։ Իսկ ամրագրումների համար շատ տեղերում տեղերը սպառված են, անգամ մարզերում են փնտրում հյուրանոցներ, մոտիկ տեղերում, որ կարողանան, եթե ինչ-որ չգիտեմ, մարզնի լինի, Ծաղկաձոր կամ Աղվերան, անգամ այդ տեղերում կան հարցումներ։ Պահանջարկով պայմանավորված բարձացել են նաև հյուրանոցային ծառայությունների գները։ Հյուրանոցներ կամ ոչ գնային քաղաքականությունը չեն փոխել, բայց ընդհանուր եթե նայենք, հյուրանոցները հիմնականում փոփոխել են արժեքները։ Դա արդեն կախված է սենյակի ծանրերի քանակից, նաև կապ ունի երկարաժամկետ ընդմնում թե կարճաժամկետ։ Երևանում անցկացրած մեր հարցախուզին մասնակցած ռուսաստանցիների մեծ մասն ասացին, որ թեև այժմ բնակվում են հյուրանոցներում, բայց այդտեղ երկար մնալ չեն կարող։ Համարների բարձր գներին ավելանում է նաև սննդի ծախսերը։ Եթե բնակարանում ապրեն, օրական մի քանի անգամ ռեստորաններում սնվելու անհրաժեշտություն չի լինի։ Բայց բնակարան վարձակալելն էլ հիմա արդեն մատչելի չէ։ Մեծ պահանջարկով պայմանավորված վարձակալության գները բարձացել են։ Я неделю в Армении. А где остановились? В гостинице. Легко было найти гостиницу? Легко, да, компания помогла. То есть вы заранее забронировали? Да. А питаетесь где, в гостинице или в ресторанах? Или... В гостинице, вечером здесь есть несколько неплохих столовых кафетериев, там питаемся пока. Пока не нашли квартиру. Потому что на квартиры цены возросли просто неимоверно. Что-то нормальное, ну, начинается от 800 долларов и выше, то есть до 2000 и бесконечно. Как бы это, конечно же, очень большой рост цен на квартиры, да. То есть собираетесь перебраться на квартиру? Собираемся из отеля, да, на ближайшее время ищем квартиру, чтобы в квартире жить. А примерно сколько планируете тут оставаться? Сложно пока что-то планировать. Пока такие обозримые сроки, наверное, где-то полгода. А где остановились? В отеле. Легко было найти отель? Отель, да, легко, но вот с поиском аренды жилья сейчас достаточно напряженно. Отель заранее забронировали? Да. И сейчас ищите квартиру. А как ищите, где ищите? Лист АМ. Вот, там это что-то типа аналог российского Авито. Вот, и, соответственно, связываемся с риэлторами и ждем какой-то обратной связи. Ну, еще есть в Телеграме множество профильных групп создано. Смотрим там. Но пока безрезультатно, потому что спрос большой. Цены выросли почти в два раза, говорят. Да. А где питаетесь? В гостинице или в ресторанах, или где? Ну, пока в кафешках, да. Вот, если будет своя квартира, то, соответственно, будем сами уже готовить. А пока в кафешках. А цены на еду сейчас адекватные, по-вашему? Да, адекватные, но курс, так как мы все равно переводим все еще на рубли, а мы из России, а курсы выросли, да, для нас все равно стало дороже все. Но терпимо, терпимо. А где остановились? Кантар. Кантар. Ну, в смысле, гостиница или квартира? Квартира гостиничного типа. Легко было найти ее? Не очень, потому что у нас кошка. А как искали, как бронировали? Я не знаю, потому что этим занимался муж, он прилетел за неделю до меня, и он к риэлторам обращался на Airbnb, то есть везде искали. А цены адекватные, по-вашему? Когда муж прилетел, были хорошие цены, приятные, хотя с кошкой, но все равно еще более-менее. Сейчас уже хуже с ценами. А долго планируете оставаться тут? Возможно, на очень долго, да. Ну, планируем на очень долго, тут уже как работодатель решит. Переедете на квартиру или как? Переедем в квартиру, да. Искали уже? Пока еще нет, потому что мы еще не знаем, что работодатель решит. И сейчас, я думаю, не время искать квартиры, сейчас что-то бешеное происходит на рынке. А легко было найти гостиницу? Я думаю, что да, просто достаточно. Я этим не занимался, да. Кто занимался? Мама. То есть заранее забронировали? Да. И нашли легко? Насколько заранее? Нашли легко, через Booking. А в чем проблема? Нет, не все легко, достаточно. А стоимость более или менее адекватная? Стоимость, да, адекватная, да.